Несмотря на почетный возраст, именинница радушно, с улыбкой на лице, сама открыла дверь гостям. От имени губернатора области Андрея Воробьева, главы города Дениса Семенова, Нина Михайловна поздравила Людмилу Шапор. Добрые пожелания и комплименты в адрес юбилярши звучали от начальника отдела социальной защиты населения Владимира Кондрашкина. Мы вас пришли поздравить с замечательной датой, с таким хорошим юбилеем. От имени главы Дениса Олеговича, от всех нас, от администрации, разрешите вас поздравить, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья еще на долгие годы. Спасибо. Оставайтесь всегда такой жизнерадостной, спасибо, такой красивой. Да, да, да. И пусть ваши близкие всегда будут с вами рядом. Имениннице подарили цветы, подарки, вручили именное поздравление от президента Российской Федерации, в котором прозвучали слова благодарности за трудолюбие и огромные заслуги. Разрешите вам вручить адрес от президента. Ага. Да, наш президент Владимир Владимирович вас хочет тоже поздравить. Здесь ага, теплые спасибо, слова. Спасибо. Это подарок от губернатора. Ага. Да, Андрея Юрьевича Воробьева. Ага. Ну, я вас сейчас еще обниму, можно? Пожалуйста. Мы ей дали установку еще 5 лет, 95, поэтапно. Конечно. А потом еще, конечно, чтобы все-таки... Нина Михайловна, мы через 5 лет еще обязательно с вами встретимся. Больше, чем своего 90-летия, Нина Михайловна ждет юбилейного Дня Победы. Ведь именно ее поколение сегодняшних доблестных ветеранов стойко и мужественно отстаивали нашу Родину и подарили всем нам огромную честь жить в мирное время. Мне хочется до Дня Победы дожить. Доживешь и больше. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы! Молодец! Сегодня наша! Это правда важно. Тоже поцеловать можно? Пожалуйста. Нужно. Все-таки мужчина. От всей души поздравляем Нину Михайловну с юбилеем. Желаем доброго здоровья, удачи и тепла. Исполнения надежд и мирного неба над головой.